Всем привет из Алании, друзья, и очередной выпуск вашей любимой рубрики «Клад для моих зрителей», или я не знаю, как ее вернее назвать, интереснее, чтобы было. Итак, вот этот магнитик, который висит, он мой. Ну, так, конечно, для вас его спрятать было бы слишком просто. Интересно было бы, может быть, вам его спрятать вот туда вот наверх. Интересно было бы посмотреть, как вы... Ага, колесо не лепится, так лепится. Смотрите, как красиво. Итак, друзья, вот такой замечательный магнитик с любовью от меня на память об отдыхе в Алании. И моя визиточка. Сейчас все будет стерильно запаковано. У меня сейчас нет с собой пленки. Я запакую в две перчаточки вот такие и скотчем замотаю. Вот такой замечательный магнитик. Мы находимся в Тосмуре. Отель Paradise Beach Hotel. Дальше вот туда вот пройти вот это вот кладбище. И вы все поймете. Сейчас я, короче, в переход пойду туда, перейду на ту сторону. Вы все поймете дальше. Так, друзья, вот Адем Мурат Юджель знает, куда я буду прятать магнитик. Вот так вот теперь все выглядит. Там отель Ла Бранда. Это буквально, не знаю, сколько, 100 метров до реки Димчай. Здесь вот кладбище. Здесь вот такие рекламные щиты. А здесь... Ой, блин, номер пляжа. 8 вроде бы, или... Вроде 8 там. В общем, это Тосмур, это конец Тосмура перед Димчаем, если кто не понял еще. Хотя вы поняли, я же стоял на той стороне. Кладбище. Проходим. Запаковал нормально. Ну, дожди вряд ли, но знаете, на всякий случай. Три перчатки. Все стерильно. Скотчиком замотал там, ну, повредить. Ну что там, визитку повредите, магнит вы не повредите. Аккуратненько скотч снимайте. И перчатки. Значит, вот этот замечательный отельчик, который называется... А я не знаю, как он называется. А, вернее, сейчас знаю, да. Я ж прятать буду там. Отель Шевки Бэй. Шевки Бэй, как-то так он называется. Вот там уже Димчай. Вот уже Димчай. Вот он, вот. Вот 50 метров буквально до туда, до спуска на эту набережную пикниковую. Вон указатель Кистель уже, отель Ла Бранда. Значит, смотрите. Вот этот зеленый указатель с буквами, с названием этого замечательного отельчика, который не работает. Именно здесь сильная скала. Вот. И очень-очень просто. Все. И, пожалуйста, большая-большая просьба, кто найдет, друзья, обязательно сделайте видео. Пожалуйста, снимите видео, как вы его находите. Как вы его находите и так далее. Так, а где же остановка? Итак, отель Шевки Бэй. Прям за буквами. Все, удачи всем в поисках. И жду обязательно связь со мной по почте. Почта в описании к видео. Жду, друзья. Удачи. Пусть победит сильнейший.